картинной галерее открылась выставка известного живописца Василия Медведовского. Одними из первых с работами кубанского художника познакомились наши корреспонденты. О своих впечатлениях они расскажут в следующем материале. В Славянске на Кубани живописец, заслуженный деятель искусств Кубани, член Союза художников России Василий Медведовский выставляется уже не первый раз. На свою пятую по счету выставку в нашем городе Василий Петрович привез 52 картины. Большинство из них посвящены родной Кубани и малой родине – Тимашевскому району. Есть серия картин в графическом стиле. На них изображены старинные предметы, вышедшие из обихода. Также на выставке можно увидеть пейзажи и портреты. Все работы дороги художнику. Как говорит Василий Петрович, это вся его жизнь, но есть среди выставленных картин особенная, которую он написал с особым чувством. Моя последняя работа написана где-то года полтора назад, называется «Окно в послевоенное». Это конкретный пейзаж, я написал в хуторе на Валинском, этюды, потом по этому этюду написал работу. Она выставлялась на краевой выставке. Я, видите, человек уже взрослый, а последние годы я захватил. Мне это все знакомо, я на машине времени окунаюсь в то время, в восстановительное время. На выставку Василий Медведовский приехал не один. Поддержать художника в такой знаковый день собрались его близкие люди, сын и внук. Я сегодня приехал сюда со своим папой Олегом. И с моим дедушкой Василием, у которого такая хорошая выставка. Я даже не знала, что у него столько красивых работ. Он еще хочет меня нарисовать. Он уже нарисовал моего папу вон в том зале. Картина выставлена. Он хочет теперь меня нарисовать. Но мне будет приятно, если он и меня нарисует, и выставит тоже. Поприветствовать и поздравить с открытием выставки художника пришли ученики художественной школы города, участники поэтического клуба городского дома культуры «Славяне» и живописцы Славянского района, среди которых было немало знакомых Василия Медведовского. Я с этим художником училась вместе. Я тоже профессиональный художник и училась в Краснодарском художественном училище именно в тот период, когда учился Василий Петрович. Поэтому все мне близко и все интересно. Сейчас прошла по залам, как будто какая-то такая ностальгия по тому учебному времени, которое мы провели вместе. В общем, я хочу пожелать всем такого профессионализма, такого хорошего видения мира, как именно он, хотя и в таком возрасте, но прекрасно видит колорит, краски, и все здорово. Славянцы поблагодарили художника за возможность увидеть его произведения, прикоснуться к его творчеству. Красивые пейзажи Кубани, изображенные автором в разное время года, бархатные закаты, натюрморты и портреты – все это вы можете увидеть сами, посетив картинную галерею. Выставка будет работать до 20 ноября. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».